Поздравить участника Великой Отечественной войны с юбилеем пожелало так много народу, что ветерана пригласили на улицу, чтобы не ютиться в тесной квартире. Юбиляр сразу по-военному взял бразды правления в свои руки. 20 июня 1926 года я родился. С тех пор прошло много времени, и на сегодняшний день мне исполнилось 90 лет. Поздравление с 90-летием ветерану пришло от президента Российской Федерации. Юбиляру его вручил замглавы города по социальным вопросам Андрей Иванов, заодно передав подарки и от администрации Коряжмы. Пример, знаете, для подражания многих и многих, и для нашей молодежи, вы очень активно ведете сейчас деятельность. Поздравить с юбилеем Константина Федоровича Молева пришли его коллеги. Он многие годы отдал энергетике комбината. Но производственники не забыли морское прошлое ветерана и в подарок преподнесли морские пейзажи. 90 лет полны здоровья, энергии и бодрости и сил. Желаем вам душевного покоя, чтобы каждый день лишь радость приносил. Для внуков вы пример для подражания и для детей любимый человек. Вы от души примите пожелания, пусть будет долгим. Дома зачитаю. Череду поздравлений продолжили председатели городского совета ветеранов и совета ветеранов комбината, а также комитета участников войн. Прекрасным сюрпризом к юбилею стали стихи и песни в исполнении Киры и Ольги Шкаран. В этот день все желали ветерану здоровья и бодрости на долгие годы и отмечали его верную подругу Алевтину Григорьевну. У супругов Молевых в этом году предстоит еще один юбилей – 65 лет совместной жизни. Ну а встретиться решили все вместе уже на 100-летний юбилей главы семейства. Может быть, еще встретимся в юбилейный какой-то год? Большое спасибо вам за поздравления, за все подарки. Желаю вам всем отличного здоровья, семейного благополучия и личного счастья во всем.